Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Однажды, когда будущий пророк и его друзья играли на улице, с ней появился ангел по имени Джибриль. Он приблизился к мальчику, омыл сердце ребенка чистой водой из золотого сосуда. Дети не знали, что это ангел, исполняющий приказ Аллаха, поэтому они испугались и убежали, чтобы рассказать о произошедшем Халиме. После этого случая Халима начала переживать за мальчика, поэтому решила вернуть его матери. Она отвезла Мухаммада в Мекку, и он успел прожить вместе со своей мамой два счастливых года.